На БУСАП завершили рассматривать дело о растрате денег, выделенных на проект «Стена». Теперь обвиняемые и их адвокаты могут ознакомиться с материалами, после чего дело передадут в суд. Напомню, представители пограничной службы и бизнесменов подозревают в хищении более 16 миллионов гривен. По данным НАБУ, чиновники в документах завысили количество строительных работ, за счет чего якобы отмыли круглую сумму.